Итак, я поставила рядом еще форму такую, то есть я просто взяла. Давайте вместе с вами это сделаем. Как можно, так сказать, экспериментировать. Ну, во-первых, я просто могу его сжать. Да, то есть мне так тоже нравится. И с помощью деформации можно, допустим, его выпрямить. Собственно, что я и сделала вот здесь вот. И получаются такие вот разноформенные фонари. Итак, теперь я предлагала вам сделать огонь, так как это у нас все-таки фонарь. И мы делаем иллюзию того, что он светится. Итак, самый, конечно же, простой способ — это сделать просто свечение, да, черно-белое. Черное по краям. Внутри можно сделать желтым, не зеленым, таким вот желтеньким. Какие еще варианты бывают? Допустим, нам необходимо сделать что-нибудь. Допустим, вот такая форма, да, такая яйцеобразная. Край сделаем всегда черный, потому что все-таки мы будем работать с осветлением основы. Далее можно сделать переходящий огонь. Можно сделать его несколько слоев. Допустим, мы будем делать с помощью эффекта переход. Посмотрим, что у нас из этого получится. Газ горит, допустим, внизу таким синим. Посмотрим, насколько это будет красиво. Допустим, вот так вот. И теперь делаем переход между этими тремя слоями. Переход делаем более объемный, допустим, 20. Так как огонь будет маленький, такой вот, да, можно сэкономить место. И теперь, скажем так, как-то редактируя цвета, можно настроить максимально какой-то симпатичный цвет. Допустим, здесь можно сделать что-нибудь такое. Допустим, вот так. Всему этому добру придаем эффект осветления. Можно сделать, допустим, два разных. Давайте центр попробуем вообще белым сделать. И теперь давайте наложим один на другой, так, чтобы это выглядело красиво. Получается, можно какой будет внизу, какой будет вверху, редактировать. Допустим, вверху мы сделаем полностью желтенький. Внизу сделаем синим отливом. И на самый верх или в самый низ общее такое вот свечение дадим. Допустим, теперь все это сгруппируем. Что как-то вытянуть. Делаем эффект осветления. Так как у нас здесь нету общего фона, окей, давайте пока что фон оставим таким. Так, разгруппируем у всех слоев осветления. Группируем. И ставим. Вырезаем, изолируем. Нам надо поставить. Так, вот здесь тоже разгруппировываем.
между, да, то есть. Окей. Группируем вот эти две части, то есть переднюю, грубо говоря. Ставим огонечек и переносим наверх. Вот таким вот образом это дело получается. И, допустим, теперь я хочу это поместить куда-нибудь внутрь моего фонаря. Изолируем. Так, вставляем и переносим, ну, грубо говоря, между витражами, да, то есть у нас передние витражи, есть задние витражи. Вот, допустим, такая вот история. Можно спустить пониже. То есть, видите, если спускаю пониже, то мне надо, чтобы задняя часть была подальше. Сейчас мы ее найдем. Давайте сгруппируем все составные части. Вот, нашли. Вот, переносим ее за лампадку. Получается вот такая вот история. Это передние. А, это все задние. Вот так вот мы его разгруппировали, согруппировали по группам. Если мы уменьшим, скажем так, интенсивность каких-то слоев, да, то огонечек наш будет менее таким вот ярким. Наоборот, можно его вот так вот поднять. Пока мы не разобрали, можно изменить цвета. Допустим, внести немножко такого красного. Тоже очень красиво получается. Давайте, допустим, вот этот фонарь у нас более узкий. Также можно, допустим,
Смотрите, если мы ставим огонечек вот так вот, да? То тоже получается. Надо какую-то ему. Ну, в общем, что-то типа того, да, то есть какая-то лампадка должна быть. Либо она будет висячая, либо она будет вот так вот стоять. Конечно, если сделать фон совсем белым, то, наверное, такой огонечек не подойдет. Если делать через белый фон, тогда скорее нам надо использовать первым эффектом умножение. Давайте покажу для примера. Допустим, тоже возьмем красный. И в конце будет какой-нибудь белый. Допустим, тоже делаем переходы. Здесь слишком большой переход, чтобы много места не занимало. И ставим эффект умножения. Вот этот вот крайний должен быть белый. Вот этот вот поставим какой-нибудь такой вот желтенький, допустим. И тоже можно абсолютно любым образом экспериментировать, какую-то форму давать. Давайте, допустим, вот этот вот первый сделаем градиентом. Чем интереснее будет вот эта вот форма? Так, давайте уберем в сторону. Это должно для темного фона. А сейчас сделаем что-то для светлого фона. Так, вырезаем наш огонечек. Уже поверх нашего эффекта умножения. Теперь поверх ставим эффект осветления. Ну, можно тоже добавить, допустим, как-нибудь вот так вот.
Ну, допустим. Тоже группируем. Решаем. Мне кажется, надо как-то больше такого красного добавить. Допустим, можно синий убрать, а сделать такой вот красный. И вставляем его под нашу лампадку. Вот. То есть, конечно же, когда на светлом фоне, надо что-нибудь... Наверное, как-то он слишком вычурно горит. Меньше. Как-то, допустим, если хочется все-таки подсветить, можно его внутрь добавить. Мы как бы придаем ему другой тон. Ну, мне, допустим, нравится вот так вот, да? Особо и ненавязчиво. Вот такие у нас фонари с вами получаются. И на сегодня пока что это все. Надеюсь, видео вам полезно и интересно. И до встречи в следующих видео, где мы также будем учиться создавать готовые композиции. Всем спасибо за внимание и всем пока!